Всем привет! Мы на канале Ветви. Сегодня мы находимся на квесте «Пила». Главное, чтобы было как в кино. Я потому что обожаю серию фильмов «Пила». Не потому что я больной или маньяк. Не, я больной. Я сегодня заболел, кстати. Я первый раз на квесте. Меня очень пугают квесты с живыми актерами, поэтому мне на самом деле очень страшно. Чего я ожидаю, это того, что Миша Кириллин будет плакать. А Миша пришел в тапочках. Тапки прекрасные, очень модные, молодежные. Миша потеряет тапок. Это мои прогнозы на сегодняшний вечер. Все бросят Машу. Я ни разу даже не испугаюсь. Первыми сольются девчонки. Все, поехали. Я хочу сыграть с вами в игру. Где мой мистер Грей? Вот ты знала бы, в каком я сейчас положении, и поняла бы, что такое боль вообще. Короче, Маша. Тихо. Маша. Можно мне стать Машей? Стой, тихо. Тянешь, а наоборот, иди к стенке. Ты иди к стенке. Она не тянется. Короче, где-то есть подсказка. Миша, я ничего... Миша, скажи, что ты видишь, пожалуйста. Это было очень круто. Нам понравилось нереально. Мы с Лерой... Самое клевое, что было, это когда нас завели в комнату, мы сразу представили, что мы в фильме «50 оттенков серого». Где мой этот Грей? Где мой Грей? Там был момент с узким коридорчиком, не буду, без спойлеров. Там меня схватили. Я кричала как из всех сил, говорю, пожалуйста, кто-нибудь вернитесь. Вернитесь и спасите, и вытащите меня. В итоге мы уже вот так вот лежим в этом коридорчике с чуваком и с бензопилой. И слышу издалека Мишин голос. Да бросаем ее, нормально, дальше пошли. Был момент, когда у меня одну увел в отдельную комнату и посадил. И я сидела там одна. Так что, мне кажется, у нас у всех с этим парнем что-то было сегодня. Тихо, все нормально! Маша очень сильно паниковала в самом начале, не знаю почему, короче. Она еще за ногу высосалась. Заплакала. Миша мне помог, он меня поддержал, за что ему большое спасибо. Маша, иди сюда! Ты не умерла, иди сюда! Маша, что там? Мы к вам идем. Они постоянно орали, не давали сконцентрироваться, поэтому никогда не идите на дело с женщинами. По-любому их убьют первыми в любой ситуации. Бросайте женщин, идите вперед. Закон жизни Михаила Александровича Кирилина. Поэтому я не женат. Мы, девочки, решили все загадки на сцене. А Миша никого не пускал? Да. Миша всех толкал. Кстати, кто-то говорил, что я тапки откину. А? Все легенькие, между прочим. Когда ты это все ощущаешь на себе, а не смотришь со стороны, то это, ну, совершенно по-другому воспринимается. В общем, друзья, обязательно приходим на квесты, это очень круто, но обязательно имейте с собой сменную одежду, потому что я немножко запачкалась. Квесты — это здорово, это классно, ходите в большой компании, развлекайтесь. Квест прикольный, потому что интересно было то, что я увидела несколько отсылок к фильму. Всем советую сходить, особенно тем, кому нравится этот триллер. Берите обязательно сменку. Берите с собой обязательно тапки. Кто в тапках, тот выигрывает. С вами были Ветви. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики и все такое. Все, пока. Всех люблю. Да. Всем пока. У тебя так глаза под брезент подходят красиво. Так. Видно там? Чем ты занимаешься, Кэп?
Я ничего не боюсь, потому что я родился в Верхоянске и жил в Верхоянске, так что после этого ничего не страшно. Лера, не елка-палка. Я тут просто. Ну, ведьма смотри. Ты же учиться занимаешься, типа там надо что-то сделать.